Это все, наверное, из-за погодных условий, как я понял, да? Но здесь собрались самые верные и отъявленные фанаты настоящего рока. Чего я хотел сказать-то? Лев Валентинович велел передать, что, ну, после концерта, как бы, ну, надо вот всей большой толпой нам взять, ну, и почистить снег. Это же несложно будет. Большой толпой. Прямо всем. Тут концерты, ё-моё. Так. Сейчас на сцену выйдет группа «Стерео». Прошу, ребят. Вот. Эта группа достойно представила себя на недавно прошедшем фестивале хит поколений. И объявлю вам состав. Александр Борисов — гитара, Каценбо Алексей — бас, Татьяна Фатеева — вокал, клавиши, и Фомичева Аня — ударные. Аплодисменты ваши бурные, перерастающие в овации. Ну, пока ребята подключаются, скажу вам анекдот. Хотите анекдот? А я не знаю никаких, блин, очень они плохо. Все, вы готовы? Ну, хорошо. Я тогда свалю. Всем пока. Давайте оторвемся прям. О-о-о! Начнем с медленного. Группа «Люмен», песня «Никто не знает». Ну, никто песни не знает, в принципе.
Сделайте город вас погромче. А я теперь вам замолвлю. Thank you.
Сейчас у нас 7. Это снова я. А кто помнит, по какому поводу мы здесь собрались? Правильно. Кто сказал Новый год? Аплодисменты этой даме. Сейчас выйдет на сцену достаточно крутая команда. Если честно, я первый раз вообще вижу этих ребят. Они впервые в нашем городе, заезжие артисты из Эфиопии. Вот. Да. Идите сюда, жаркие ямайские парни. Никто не знает, что это за группа. Кто сказал Семен? Аплодисменты этой даме! Девчонки, мальчишки, у нас сегодня малый состав, давайте не будем стесняться. Очень хочется эмоций. Поддержите музыкантов. Насчет эмоций, да? Фурманы, почему-то такой зритель, я не скажу, что он неблагодарный, нет, просто, блин. Закручиваешь, а? Ну, знаете, наверное, что такое слэм там, ну, по-любому знаете. А почему никогда вот, ну, не видел ни разу на концертах такого у нас? Здесь места сидящие не позволяют. Ну, понятно. Головой можно трясти прямо да, сидя. На самом деле, головой трясти хотя бы. Руки выше! Но не был я ни Гамлетом, ни Каролем Лиром. Словами как рапирами сердца людей разели. Мы сами все видели, и над бизарной постановкой смеялись зрители, глядели в зеркало земли, пытаясь титусы пророчить. Жили словно первый луч измынул бесконечных одиночек. Впрочем, я не этим озадачен. Каждый что-то под маской прячет, и умереть за это не каждый готов. Слышишь этот крик? ФЛАГО! Было бы не страшно, не было боли, было бы скучно. Не было бы страха, было бы не важно. Как ты, зачем этот мир на разрушит? Прямо тебе столько лет утверждали, этот мир мы сломаем. А мы все ждали, прятали воздух где-то внутри. Время пришло, и ты не один. Ты не один, ты не один, шагал. Ты не один, ты не один, Ты не один, we'll be right back.
ворваться. Прямо сильно-сильно. Тогда деньги. Песня так называется. Если б я знал, как меня зовут, я бы тебе обязательно рассказал. Если б я знал, что другие поют, я бы свои песен не написал. Но дело в том, что на улице темно, никакой темноты просто не видишь ты. Просто не видишь ты, что просто и я свой человек. Но так как просто Асмар говорю, Асмар это все. Значит зеленый, пусть не расскажут, и тебе не скажут. Запоминается Новый год, как правило. Вы так прямо, что вообще ничего не помните, да? Ну это круто. Я тоже не помню прошлый Новый год. Я спал в прошлый Новый год. С мамой. Просто Максим моя мама, если кто не знал. А гитаристу? А барабанщику? Это песня, мы не правда. Это песня, мы не правда. Это песня, мы не правда. Это песня. Загинул, чекая за собой мосты. Парень, остынь наш парус, рваный простынь. Все очень просто, было ответов много вопросов. Но есть один способ, как решить эту проблему. Не тянет Кашпировский, чтобы лечить тебя со сцены. Не торопись быть первым, там не чья-то пятая точка. Конкретно присела, не оторвать от слова. Из-за городского гула ничего не слышь. Да нам и не надо, мы будем жить так, как велела нам правда.
Мы это правда, это песня. Мы это правда, это песня. Мы это правда, это песня. Мы это правда, yeah. Суть правды несут братья, за что мы платим. И да, не делайте, будто не знаем. Мы городские жители, наши обители. Жаль, мы не боимся, но не почем стужи. Шагаем по асфальту, дыхаем мы и дум. Потом мы и верим. Мы все потеряны, забудь, как мы развеем. Сама уверен, наступали по ступеням. Свято верить, что город все забит. Станут эти эскалаторы. Экспроприировать экспроприатора. Башкой или там, ну да, что-нибудь такое поделать. Заглянуть вперед, кто-то сказал правильно. Все.
спасибо! Тарелку с лупа! Давайте на бис, давайте. На бис! Ну, эти тарелку супа, в чем проблема? А потом еще ящериц покрой. Ну и этот концерт превратится в наш сольный концерт. Концерт будет потом. Вы все сдадите нам по 100 рублей. И все. А нам предлагали по 150. По 150? По 150 халяву. По 175, может? Не, ну вообще за семен не грех 200 отдать. Я бы вообще, блин, 1000 рублей отдал. Но я играю в этой группе, и меня бесплатно берут на их концерт. Тогда хлопаем очень сильно, раз побрать. И вместе все. Это песенка про тарелку супа. 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 Про тарелку супа. Мама наливали, да мы не ели. Да говорим, хотим макарон. Суп игнор, поставили в игнор нор-вор. Кубик магии, немного магии. Суп готов, нет, это плов. Плову не хотим, мы только суп едим. Это песенка про тарелку супа. 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 Бывает разный, с капустой, но не красный. Черный, но соленый, соленый, не соленый. Бывает печеный, бывает не печеный. В общем, разным бывает вода. Это борщ, ешь как нож. 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 Молочная лапша, ее не любят. Молочная лапша, детей погубит. Молочная лапша, ее не любят. Молочная лапша, детей погубит. Мама часто детям говорит: суп ешь, ешь, не хочу. Не хочу, ешь, не буду, не буду, я не хочу. Нет, не буду, я не буду, я не хочу. Нет, я супа не хочу. Это песенка про тарелку супа. 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 января. Мы всех вас ждем, приглашайте друзей и знакомых, концерт бесплатный. Семен там будет точно. Там будут полусольные концерты, назовем так, от получаса программы. Предполагаемо у нас будет группа Семен, группа Тайм, возможно, группа Смок, хотя сейчас болеет группа ФРГ, надеюсь. Обещались быть День Президента, посмотрим. НЗ, говорят, будут. А кого тут объявлять? Кто не знает группу, которая сейчас выходит на сцену? Кто не знает? Поднимите руки, кто не знает. Ну, Саш, ты сдал. Это группа ФРГ. Группа у нас без прогона. Сейчас они быстренько подготовятся. А я пока все-таки расскажу вам анекдот, который я не знаю. Ты знаешь анекдот, Макс? Нет. Ну, пожалуйста. Ты анекдот про басиста расскажи. Я могу про себя анекдот рассказать. Давайте про басиста. Ну, короче, жила-была группа, вот, у них был басист и барабанщик. Ну, у них разница все время была в полтакта, вот. Ну, они как-то, играли в разных группах, а потом, пришли к выводу, что, ничего у нас не получится. И говорят, давай покончим жизнь самоубийством, вот, хотя бы вместе, хотя бы раз в жизни сделаем чуть вместе. Подходят они к краю крыши такие, говорят, давайте на 3-4. Так, 3-4, и звуки так, шлеп! Шлеп! И, короче, ничего у них не получилось. Вот такой вот анекдот про басиста. Но я более спокойнее расскажу. Смешной на самом деле. Когда басист сидит на кухне, лобает там весь довольный, как 100 китайцев. Заходит его сын в кухню.
мамой и спрашивает: «Мам, а мам, а когда наш папа вырастет, кем он станет?» Мы сейчас группа ФРБ, я чуть-чуть их отстрою. Отличная Здравствуйте, дорогие друзья! Всех с наступающим Новым годом! Мы для вас сыграем несколько композиций, веселых и не очень. Будем придерживаться темы Нового года чуть-чуть, но не совсем. Мне вот ангелы песни нравятся, вы добрые сыграете? Даешь ангелов? Кто за ангелов? Я. Поехали. Оркестр. Все как бы хорошо, большой оркестр, умный барабанщик, дядька с усами. Его сажают за барабанную установку, говорят: «Ну что,
Давай попробуем. Тот, ну давайте. И начинает счет. И раз, два, раз, два, три, четыре. Кто анекдоты про гитаристов знает? Можно. Сейчас про гитариста нам расскажут анекдот пока. Приходит гитарист к врачу и говорит такой, а, у меня, говорит, башка болит прям вообще. Врач ему там череп скрывает, говорит, ну, ой-ой. Надо, говорит, мозг у вас вынуть на время. Я, говорит, вам его. Короче, мозг вынули. Гитарист ушел довольный такой, раз, приходит через месяц такой, говорит, ну что там, как у меня мозги-то? Говорит, да не, пока ничего, а вам не торопит он? Не, не торопит, я пока на басу играю, нафиг мне сейчас. Спасибо, Саня. Итак, поехали. Нашего прошлого, который мы играли на каждом концерте. Мы думаем возродить эту традицию.
Итак, группа Elysium, группа ФРГ. Песни группы Elysium. Интересно.
Мы же хотели тематику ж продолжить. Нового года там, все дела, всех наступающим. И поэтому Татьяна сейчас споет, Танюшка, свою любимую песню на русском языке. Покажется с утра, все не так, как вчера. Значит, нам сказать пора. Happy New Year, Happy New Year. Может, станет чудо-мир, и в толпе скучальных мы найдем друзей. Happy New Year. Я еще успею. Так это, ну,
Ай, анекдот, это смешно. Нет, анекдот тоже из разряда про басистов, когда приходит мужик в магазин, а там лежит ряд, ну, мясной отдел, короче, и ряд мозгов музыкантов. Мозги гитариста 100 рублей, мозги вокалиста там 150 рублей, мозги клавишника 200 рублей, мозги ударника 500 рублей, мозги басиста 1000 рублей. Соответственно, этот покупатель спрашивает у продавца, говорит, а почему басист так дорого? Он говорит, а вы подумайте, сколько басистов мне надо поймать, чтобы вам эти мозги наковырять. Да, килограмм мозгов. Ну, сейчас выйдет супер команда просто. Реально. Реальные мужики реального металла. Недавно они тут, собственно, выиграли хит поколения. С чем я их, собственно, поздравляю? От души, естественно. Не, ну они на самом деле выиграли, и как бы, ну, тут спору нет, что они выиграли. Группа Time. Это Александр Макаров, это его брат Филипп, это Трофим, мой одноклассник бывший, и новый участник, не новый, а вернувшийся заново, Владислав Сахно. Вот. Сегодня он решил вернуться к этим очаровательным парням. Так ли, Влад? Так ли? Ну ты нас же не бросишь, правильно? Семен-то все равно ведь круче. Семен рулит. Вот. Ну, я не об этом. Сегодня все крутые. Так. С Новым годом вас! С наступающим! Вот. Пока парни подключаются, перестраиваются и т.д. и т.п. Может, мне тоже какой анекдот вам рассказать? Ну, только не про басистов, потому что я про басистов больше не помню. Нет, ты просто боишься. Ну да, вообще-то, у вас тут много, блин. А вот смотрите, Олег же сказал про деньги-то, да? Вот смотрите, я же гитарист, вокалист, то есть 250 рублей мои мозги стоят. Не так-то бас. Я еще и на басу не могу немножко поиграть даже, да. Если захочу. Ну, я редко хочу. Надо найти того продавца и предложить его тебе. В смысле, его. В смысле, тебе его. Не, ну, если сказать... Мозги. Ему тебя. Это мозги Саши из группы «Семен», там сразу, блин, сразу цены взлетят до 10 тысяч. Ну мы тут не будем сейчас киллерством заниматься. Я пошутил. Вот самые дорогие мозги мира. Они просто в космос улетают, поэтому дорогие, да. Это провод гитарный, в синтезаторе. Ну, почему? Где тут? Влад, посмотри, где провод, пожалуйста. Четвертый канал. Ну, у нас очередная небольшая заминочка. Я думаю, она сейчас быстро закончится. Все-таки живые концерты со сменой групп. Вот приходите 6, 7, 8. Я думаю, там меньше вот таких заминок будет, потому что группы будут играть уже подключенные заранее. Будем делать шоу. Ну что, вы готовы делать шоу? Бас. Есть. Так, всего ли гитара? Ок. Я тоже дам. Так, дам тебе. Ну все, замечательно, поехали. Чё? Как там? Чё говорить? С Новым годом! О! Точно! Да, с наступающим. Да, ну, да, конечно, наступает. Чё-то сильно долго наступает, реально. Жду. Нормально. Да. Так, тут моей мамы нет, а то она думает, что я в кружке по вязанию. Вроде нет. Ну, ладно, прокатит, короче. Я где? Вы не шутите. Не шутите там больше. У меня же суп. Хорошо. Суп стынет у СЛН, так что не надо тут. Короче, что? Ну, мы играем. Мы играем? Играем. Давайте сыграем. Ну, давайте уже. А я давайте на ходу подберу что-нибудь. Давайте. Наступает день, догорит свеча, не оставив лишь тень. Жучая тоска вновь в душе моей шепчет тишина. Смелей, а за окном, но потери дом. Он мне напомнит о тебе, и ты поймешь. Пойдем, что
без тебя не выживу, нет. Все сонные ночи, жуткие дни. Нет мысли, мне строчки, сомнения одни. Глаза цвета рая украли мой покой. Ну как же я счастлив, ну как же я счастлив, что тебя нет со мной. А за окном кто-то сильный дом. Он мне напомнит о тебе, и ты поймешь, и ты поймешь, что без тебя не выжить мне. Попросили сыграть. На. У него очень интересное название. Сладули? Нет! Жаль. Блин. Ты что, пошутил, что ли? Ну, короче, я тоже не против. Выходи медула! Ну, тогда. Песни белые. О. Все. Пишему. Белая. Пишему, давайте кричать. Не пугай. Thank you.
гитары. Вы пока походите. Я стесняюсь гитары. Ну, а то мне одному... С басом я попрыгал. Не дает, он злой. Кто злой? Он. Короче... Че? А, космос! Точно, космос! Wow!
Нифига они все не дождутся. Нифига они все, да. Как говорят. А я писик. Да ладно. Не будь злой, Доли. Почему? Будь злая песня другая. Она очень злая. Она злее, чем злая Доля. Злая туча. Злая туча. Нет, она короче. Она новая. Мои друзья назвали ее так. Последний шанс. Ну, короче. А я назвал, что она просто новая. Вообще-то я точно думал. Короче. Ну, короче, слушайте. Мы сыграем. Давайте всех видеть. Спасибо всем за внимание. До свидания. Музыканты идут чистить снег.